Врубай стрим, чё? Сейчас будем смотреть, что получится из этого всего. Я постараюсь, конечно. Хорошую игру, народ говорит. А, ну очевидно, Канами же. Канами. И что? Канами. Канами плохого не делает. Пам-пам-пам. Так, футбольчик. Давай. Ну я бы поспорил, конечно. Ну, можно поспорить, но все равно. Отличненько. Вот. Набираем команду. Есть? Есть. Все. Так, у меня так, бани. Маваши. Маваши берем. Хорошо. Следующий. Дизика. Монтана. Это возьмем. И обязательно ветчину на воротах. Да, блин, я его хотел взять. Так, ладно, гусь. Так, так, кого бы взять? И поехавшую. Вот, отлично. Все. Всех взяли. Так, ну играем на классическом поле. Как знаешь. Кто на кого ставит? Для кого-то это first run. Поэтому да. Кто на кого ставит, рано. Разыгрываем мяч. 3 минуты, 2 тайма. Суперудары, желтая полоска внизу. То есть игроки могут еще и уставать. Никитос, разобрался? Сейчас. Отличненько. Сейчас. Да там я уже, господи. Ну вот, навесик, удар, гол. Давай. Я тут знакомого тоже начал поднимать. Он с нуля буквально на третий тайм уже в ничью умудрился меня сделать. Давай, разыгрывай и вперед. И сюда. Блин. Супер! Какие смотри! Нет, после суперудара сразу же букву А. Удар по воротам. То есть он разгоняется. И... Ты куда побежал? Я тоже да знаю, блин! Я... Ух ты! Давай, ух ты. Тихо. Подошел, ударил, поймала. Никита спрашивает, Никита петушок. Окей. Опа, моя... блин. Ой. Да, Никитос сейчас разгонится. Никитос разгонится, так. Я... Да а, блин. Так, за Маваши, Маваши идет. Иди сюда. Начало положено. Страус это. Куда, куда мне сидеть? Так и вода. Отлично. Да блин. Быстрее, вратарь, в отключке. Вратарь, в отключке. Давай, Маваши. Стой. Рубите Маваши. Как? Дебил. Дебил. Я и говорю дебил. Или забил. За кого играешь? Первый игрок Серега, второй игрок я. Никитос ставишь. Так. Да. Разрешите пройти. Кстати, народ. А, боже мой, народ. Сейчас чувствую после этого тайма, давайте уже со всеми играть. Выкачиваем сейчас эмулятор Kega Fusion. Хотя стой, подожди, Серег, сейчас я эмулятор упакую и все упакую. А, мой архивчик, прям мой архивчик. А, хотел каждой настройки это самое поменять. И вот Рубилова субботнее устроить, потому что эта игрушка, блин. Футбол сейчас на классическом поле это одно, когда поле Монтаны или поле другое, вот там Месилово это раз, во-вторых турнирчик слабый, в-третьих там есть баскетбол, который отличается от футбола. Логично. То есть как уже это самое второе. Но боулинг и бегалки и мочилки это не то, а здесь прям насыщенная такая. Так, народ, вот если что, файл, выкачиваем, там ROM, эмулятор, на котором мы сейчас играем, если что. Ну, я, собственно, думаю, можно паузу отжать, так что... Кто желает присоединиться? Опа! Я думаю, будем как всегда... О, господи Иисусе! Иди сюда! Автомобиль на поле! Автомобиль! Это что за херня? Сам не знаю, сам переваю. Блин, котяра, куда ты идешь? Ну ты, ты что-то...
Зашел в ворота. Просто зашел в ворота. А я автомобилем вырубил вратаря. Правда, у меня сейчас уставшая девка, это Монтана с Багзом. Давай, 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 мячик, мячик сюда, 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 сюда. Так, Маваша выходит в ворота. Один на один, удар. А ты, Никитос, тоже вызови кого-нибудь там. Да если бы я знал. Но. Где-то в середине поля нажимаешь С, появляется суперудар. И потом вот в этой зоне нажимаешь А, удар поворотом. В суперударе. И у тебя получится мощный вот мощный накатик такой. И... Опачки. Ух ты, блин. В девяточку. Красиво так. Василия. Давай, давай, давай. Над детьми. Один-то гол забил. Ну, один-то забил, и то почти ты случайно. Сюда, иди сюда, сюда. Опа! Маваша, Маваша, вставай, ну ты падаешь. А интересно, у Маваши там этот волк? Нет. Сейчас будет круто. Опа! Блин, куда? Куда я смотрю? Никитос, 4-1. Никитос играть вообще не умеет. Давай, 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 давай. На гомича, поэтому... Делаем... Никитос сейчас чит маленький использует, у меня игроки замерзнут. Ага, а то. Ну иди сюда. Хряк, отдай мяч. Ветчина работает на воротах. Я пока, конечно, с трудом разбираюсь в этом управлении, что здесь... Подожди, смотри, отбирать мяч можно, просто пробежав мимо. Да я понял, что можно еще и на Б нажать вроде. Б это пас, точнее, перемена игрока. Понятное дело, ну ладно, окей. Блин, что за мясо? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ну, блин. Маваши! Давайте в Вормстон. Блин! Сегу, кстати, да. Блин, все же в черве играли, а не в бой. Как вариант, кстати, правильно Гена предложил. Этот червей скучный, пипец. Да не скажи. Ну смотреть, нет, смотреть скучный. Да. Да, есть такая тема. Да. Да, как Вормс на ПК, ну блин. Армагеддон, ну это сейчас закачивать. Давай поменялись воротами. Сообрази. Так, отлично. Юзай супер. Беги. Блин, я никак с управлением разобраться не могу, к сожалению. Ты наверху. Вот. Я побежал. Нажимаешь С и бежишь к воротам. А. Узад. Вот. Ну, удар по воротам. Удар по воротам чуть раньше. Угу. Что такое, у тебя тупый супер удар? Ну да. Да, он тут у каждого, кстати, свой. Индивидуальный, что есть круто. Я только ворот. Хотел занести. Да, заносим, заносим. Ну, где мои все? Вот и где мои? Да блин! Стоять! А твои с другой стороны ворота. Я-то знаю. А! Вратарь в отключке. Да блин! Это гусь. Бей! Ну, блин! Это руки Никита. Что делать, когда вратарь? Блин, что делать, когда игрок дебил сам по себе? А, и не в те ворота, блин. Оп. Зашел. Ну и куда ты? Твой игрок наверху, цифра 2, смотри где. Меняй чаще. Б. Б нажми. Вот, кошак. Взял мяч. Отлично. Отлично. Вот, пошло, пошло. Давай, раскачивайся, раскачивайся. Чуть-чуть. Слушай, я так понимаю, игра на 3 кнопки рассчитана, да? Да. Всего лишь. А, окей. А то просто представляй, каково было бы на 6-кнопочном управлении, если бы она была рассчитана. И тем игрокам, у кого 3-кнопочный джойстик. Так, разберись. А вот Никетсу, по-моему, вкусный есть. Давай Никетсу, у меня и Никетсу, по-моему, где-то лежал. Как ты тут прошел?
Никит, ой, этот, Дима, F61. Какие Никитцы? Он проходил, да? Ну, он, да, пришел. Ночью. Никита, ты вообще до этого обычный футбол играл? Нет, никогда. Ты гонишь? Мне он тупо не нравился. Он же лучше, чем скейт. Да что ты говоришь? С нами можно. Я просто не поиграть. Вот утка. Удар поворотом. Я вижу то, что утка. Раньше удар поворотом. Тренинг 100 спрашивает, ребята, я не понял, с вами как-то играть можно? Да, я скинул ссылоньку. Смотри, сейчас с победителем играть. Ну, блин, куда ж ты? Во, здрасте. А я опа и забрал. Здрасте. Это тренировка или что? Это тренировка. А тут есть хоть режим прохождения? Да, но не на двоих. Не, ну понятно, но просто это на будущее. Так, скачивай, настраивай кнопки, а дальше мы просто объясним. Дальше мы просто дадим айпишник подключиться к нему. Да, 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 да. Я думаю, лучше это будет показать в стриме, как это устанавливать соединение надо будет. А, ну и прямо здесь и покажем. Ну да, чтобы человек знал. Рома предлагает Мега Бомбермен. Блин, я не знаю. А он разве не на SNES? Он на SNES'е. Просто мы-то на Сеге играем из-за того, что Никитоса кого-то черта SNES не настраивается. Ну ладно. Давай, сразу. Давай, кто там? Кто следующий? Кнопочки настроили? Ребят, давайте по очереди, кто там первый вызвался играть? На Сега, говорит, есть Бомбермен. Да, есть. Там с динозавриками еще. Фиг знает, я это. Ну кто готов-то? Давайте уже. Давай, а то я Никитоса наверное, по второму да. кругу Никитоса сейчас возьмут. В оборот. Не. Баскетбол. О, полегче. Все, готов. Вот, один человек готов. Давай лучше покажи, как это делать. А загрузил ROM через загрузить. Так, я, пожалуй, отсоединюсь от NetPlay. Давай. Загрузил ромчик. На экране Тинитун, NetPlay, Join. Ссылку кидали на эмуль. Я еще раз скинул, там архивчик и эмулятор, и ROM эмулятор, все на свете есть. И айпишник, блин. Хитр какой. Вот айпишник. Подключаемся. Я комнату открыл. Ну а теперь я посмотрю, как играет народ. Сейчас немножко чиллаута включим. Ой, это не чиллаут. Вот. В ожидании. Подождите, прям джойстик откопаю. Парам-парам-пам-пам. Так, народ, давайте в очередь выстроимся уже, чтобы знать. Хорошо. Действительно, кто будет играть, кто не будет играть. Давайте, пишите в чате. Вот, блин, динамика не хватает, а? Вот. Лучше Вормс. Да не лучше Вормс. Ген, давай это самое, тинитунчик. Вормс, он, честно говоря, это самое... Для смотрибельности слабоват. Когда вместе... Ну, не знаю, честно, смотреть, когда у тебя вся команда сдулась, ссылку на эмуль повторяем еще раз. Повторяем. Ну, Ген, ну я же кидал, господи. Да я еще брошу, господи, не парьтесь. Я кинул. Все тут будем все кидать. Архиве, да. Все будем все кидать. О! Первый присоединившийся получит возможность поиграть. О, мы сейчас поставим немножко другое. Не это. Получит.
который получает депутатскую команду. Петуха. Так, Джокер вернулся. Недолго. Да, мимо так это. Долго Джокер катался. Я вот, блин, забыл показать, когда стримил Топсимена, забыл показать уже так вот бонус. Там, какой сделали криворукий порт Джорни Тусилиус на первую Соньку. А там да. Был бонус. Так, айпишник кому повторять? А, его видно. Архивчик. Архивчик все есть. Да. Народ, просто... Ты же показал, как подключаться, да? Да, могу еще это самое показать. Тикнули join или имя. Netplay, join, написали имя и айпишник. Господи, где кнопки настроить? Dash бы сменили, господи. Да, сейчас я дам сменим Dash. Детским садом занимаетесь, ну да. В контроллер с кнопки define. Нажимаю, внизу появляется надпись. Кнопка А такая, нажали. Б, С, вверх, вниз, влево, вправо. Джойстики здесь выбираются. Кстати, тут классные вещицы есть на четверых. Опять же, создал комнату. Жду. Так, кроме трейна еще кто-нибудь? Так. Обновил Дашек по просьбе трудящихся. Во! Геныч на связи. Поехали. Геныч набежал. Сейчас. Отличненько. Чаёк помог. Попросите Аню или Диму. А что просить-то? Гена говорит, погодь. В принципе, никуда же не денется, если... Нет проблем. Настроил. Приехали. С нами играть Аню или Диму, а вот не знаю. Ген, вообще... После настройки придется пересоединиться, потому что теряется связь. Да, кстати, это Димас вообще сейчас без нормального интернета сидит, Аня вроде офлайн. В Крыму. Не знаю, может она здесь сидит сейчас, с нами. Да, она вроде сидит с нами. Хайль. Скайп присоединиться, можно присоединиться. Женские Вау. Голоса на ночь, женские голоса. Женские голоса, Аня вообще желает играть, потому что я вижу, она есть тут. Так, давай я сейчас Гену добавлю, окей? Не, присоединяйся, я жду, как бы, это самое, Netplay, айпишник я давал, могу еще раз бросить. Так, Netplay можно? Конечно же можно, ребят. Нужно? Архивчик вот. Еще разок. Блин, надо мне это. Дашборд видно. Ага, какой-то дашборд. А, слушай, да, ссылку в дашборд и в скобочки. Дашборд и айпишник. Сменили, так сменили. Окей. У меня проблем, не могу назначить кнопки. Да, я тут, если меня слышно. Вот тут это самое, вот это набирает хорошие обороты. Приятно познакомиться, Сережа. Так, 194, так. Копипаст. Ну я в Дашу воткну сейчас, конечно, меня, наверное, этаж заругают за это. А меня слышно, нет? Прекрасно, да, прекрасно. Ребята, если кто-то хочет подключиться, так, это трейн. Про кнопки не волнуйся. Это самое с управлением мне разобраться. Ну да, там можно же разобраться. Там тыкнул. Так. Трейн, давай, повторяй все действия за мной. Ух ты! Подождите, у нас есть клиент.
Финн. О, Финн такой. Финн парнишка. Не знаю, но запускай. А, соединение пропало, Финн, еще разок попробуй. О, слушай, народ пошел, это по полной программе. Народ, давайте очередь соблюдать, потому что, ну что это? Набеги такие устраивать. Так, Трейн. Ребят, я дико извиняюсь, давайте это сейчас Трейну поможем. Тыкаешь options. Да, пин, это у Джона пин приличный был, это самое. Но тебя сейчас нет, по-моему. Так, Трейн, повторяю еще раз. Тыкаешь options. Set config. Там будет вкладка. О, я пришел. Отлично. Что ж происходит-то? Так, подожди, связь-то. Есть шанс. Конечно же есть. Во! Так. Командочку наберем. Ну я классик. Рома, сфига ли лайки будут? Ты же стример у нас. А тут всего-то игра. И ты там с что? С кем я играю хоть? Серега. Серега. Хорошо звучит. Ну, а чё? Какие проблемы-то? Ну ладно. Не, ну попробовать-то можно, господи. Да, народ, давайте все-таки очередь. Давайте, потому что это же вообще... Вот, так, поехали. Так, народ, давайте в чате выстроим очередь. Кто первый пишет, тот... Ген готов? Так, Ген это готов. Это, народ, давайте выстраиваемся в очередь. Просто так, пишем, кто играет, и я запишу это, я сделаю список, и все. Господи, да никто тебя критиковать не будет, Джокер, все нормально. Так, окей. Алалон, Трейн, Джокер. Ген. Ребят, я всех пишу, вот я, просто пишите то, что типа там я... Еще на тему футбола хочу сказать, что мяч бьется не автоматом, а по направлению, куда хочешь ударить. Вверх полетит вверх. Вниз полетит вниз. Можно зарубить в девяточку, можно аккуратненько в уголок нижний. То есть направление мяча, после того, как он попал к вам, его можно менять. Сейчас, блин, неплохо утка. Блин, где? А, во. Так, какую бить-то поворотом? А, удар поворотом А. То есть можно в зоне, не добегая до вратаря. Вот, отлично. С помощью мяча можно вырубить вратаря, и он будет в отключке стоять. Он неплохо перехватил. Чуть позже, вот в зоне вот в этой. А суперудары использовать чуть раньше нужно. То есть вот... А на какую суперудар? Буква С, суперудар. У каждого свой. Его в любой момент можно отключить. А с помощью кнопки А можно не только бить поворотом, но и отбирать мяч. И жми С. То есть суперудар он включается, но не забрасывает мяч в ворота. Забросить мяч в ворота нужно самому. С помощью той же кнопки А. Также удар поворотом. То есть суперудар он позволяет как бы усилить мяч. То есть добавить им мощности, которая позволит пробить вратаря. Так. Я надеюсь, никто не будет возмущаться, если я сейчас очередь зачитаю, какая у нас получилась. Ну, получается, Трейн у нас будет первым, потому что он тут пишет уже фиг знает сколько. Потом Алалон, потому что он писал... Но из-за Джокер, сложности... Ну, да. Из-за сложности... Ух ты, как я, блин, с навеса. А, по поводу подбросов. С угловых подбрасывается... Неплохо. С угла...
с помощью А отбирать мяч. Или просто мимо пройти. Так. Отлично, Петр, отлично, отлично. Петр, ты у нас идешь третьим после Авалона. Вот, с углового кнопкой Б пас. И опять же кнопкой Б сальто и удар по воротам. Вот еще раз покажу. Ах ты, блин. Ромка вне очереди. Вот. Б, Б. Чистый удар А. Удар в сальто Б. То есть нужно как раз четко так попрактиковаться. Кстати, советую попрактиковаться. А суперудары. Во, вот, вот, вот. Теперь только в ворота осталось забить. Но я мячик отбираю, и мы... Блин, стоять! Был шанс, был шанс. Хотя свинья сейчас немножко в отключке, у меня там уставшая. Футка. Давай, давай. Футка разрушитель такой. Чуть-чуть по... Трейн спросил парня, а играть как втроем можно или только вдвоем? Ну, Трейн, на самом деле, на Сегу вышло всего-то три игры, в которые можно играть. Первый больше, тайм. Чем два игрока. Это в основном все кодмастеровские игрушки. Там в картриджах были разъемы, насколько я помню. А, да, да. Это микромашинки, по-моему, тоже. Так, Ромка. Ромка, слоу. Ты не слоу, Ромка, ты у нас идешь. Тихо, а тихо, нас... тихо. Ну, опа. Да, пока получается... Нет, Ромка, ты идешь... Стоп! Нас, получается последним таки, да. Нет, нет! Стой! Чуть позже на Логена, да? Это самое. Вот, это, и удар. Это, я просто хочу, чтобы это никто не возмущался. Это. Ну, Рома точнее не возмущался, но. Ром, пусть зрители поиграют, сейчас. Не успеешь. Надо просто под мячиком стоять ни позже, ни раньше. Можно не торопиться. При ударе. Ты, по ходу дела, тренировался, Серега. Не, эту игру я с динамиком переиграл, буквально две ночи играл, но... Переиграл. Переиграл. С Саней мы шли на равных. Вот этим... Это самое... Блин. Ребят, в чате, я не знаю, ну, Ромку пропустите, потому что у него там что-то там... Что-то видим. Ах ты хорош. Так, Авалон пропускает урон. Ген, а суперудары, они хороши тем, что ими не нужно обводить игрока. Они для этого и существуют, чтобы в наглую пробивать сквозь... Вот. Все, он в отключке. Осталось теперь забить ворота. Я такой маленький-то сам. Или можно вот заглушить вратаря и забить. Ой, блин, сухая. Что там ловит? Короче, это... Ромка, ты вторым, получается, идешь. Ген? Не торопись, не торопись. Ген, ты живой? Да, я тут. Тут или не тут? Вот. Тут, тут ты. Ну, один есть. Ага. Стоп, значит, у нас рассинхрон получается? Ну, не знаю, я один гол забил. Судя по картинке, да. Что-то как-то... А сейчас ты что-то в свои ворота ведешь. Понятно, слетело. Рассинхрон, да. Тогда можно кого-нибудь другого сейчас. Ну, Ген, начало положено. Так, а там непонятно, кто и у кого рассинхронно. Вообще ничего не понятно. Давайте, комнатка свободна. На стрим посмотрю. Так, народ, кто там? Серега! Кто там? Серега.
неплохим пингом. Так, а это Ромка хотел. Поехали тогда. Серега против Сереги. Если ставите на Серегу, то шанс победить 100%. А кто враг? Да, я так и не понял, кто враг. Серега. В чат отпишитесь, кто? Кто ты? Ну... Неизвестный. Так. Ну, трейн. Блин, я что-то прыг. Для первого. Каждый играет как от первого игрока. Раз, Миша. Я. Тут мне человек говорит, стоп. Что? R4-3BS. Что это? R4 это карточка, но у меня... Подожди. R4-3BS. И что, она уже вышла? Не знаю. Просто флеш-картридж вышел, это по ходу дела в ближайшее время выйдет на 3DS уже. Все уже. Получается. Это же надо было купить на неделю раньше картридж для 3DS. Неплохо. Получается три. Серега молодца. Ну, Монтана самая нормальная. Да. Ядреный такая-то. Но он на машине может всех подавить спокойно, поездить. Ой, блин. Какой у Бабс супер удар, как они сказали. А кто написал? У Бабс точно такой же бег, как и у Бани. Это фурик. У Багза. А какой у него? Сейчас. А, у него бег. Ух ты. Тихо. Что происходит на экране? Сейчас. Фух. Напряженная ситуация. Кто-то хочет меня реально обыграть. Вот. Серег поведет. Это я в конфе. Помнишь, я тебя как-то Фроску как-то там. Что? Ну я ей как-то писал тут. Кто-то говорил, новый этот появился. Пофиг, короче. Я ничего не понял. Опа, неплохо. Пусть присоединяется кто-то. Тихо. Набежали. Вот вам в уголок. Тяжко. Да, кстати. Вот таз никак не может до конца дойти. Сколько не пытается. Утка! Стоять! Надо, чтобы разделить по уровням, что ли. А то тут один мастер, смотрю. Да нет, кстати, вот против меня, ну, такой, лучше среднячка играет. Потому что... пока 3-0. Ну, пока играет. Отбирает мячи хорошо так. И супер использует правильно. Вот, смотри, как четко. Правда, нервничать немножко. Правда, в руки вратаря. Обоих. У меня один игрок. А, нет, два, все, молодцы. Помогите! Где напарники? Дамочка, мячик, верните, пожалуйста. Слушай, у меня ладошки запотели. Напряжение. Но сопротивление пока держу. Тут даже сетку пробивает. Напомнила Цубаса.
Жаль, там на одного только. Ах ты, ах ты, ох ты, ох ты, ох ты. Стоять! У меня не все слабые. Почти. А суперудары пополняются, не? Они по чуть-чуть поднимаются. Дело в том, что суперудары, они отнимают общую физическую силу. Когда вот рядом... Из последних сил таз ударил так. Первый тайм. Ну вот, 4-0. Не, ну я тебя все-таки забил, хоть и в рассинхроне, но... Да, да. Вратаря иногда такие нелепые, простые как бы удары четко попадают. Когда выбегаешь один на один... Так, я пострадал, конечно. Причем суперудар можно несколько раз использовать, если силы все не потратились. Тут так-то сложно забить, даже если вообще второй игрок не играет. Ха-ха-ха, да. Блин! Товарищи. Вратарь открывается, что можно. Я Рома следующий. Да, 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 да. О, спасибо. Вот и все. Один клюв, смотрите. Это такой супер удар у него. Да, 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 да. А-а-а! Стой! Малоса. Малоса. Ну чё, сухарик разгрыз. Заяц, вата... Блин! Блин! Моих выбивает один за одним. Свой же, своего же. Зад тебе дал. Так. Да блин! Ну! Так, не мешай. Собаки там у тебя. Да, кошачьи. Вот так вот. Так. Ну жестко, конечно, это самое. 1-6. Да тут против тебя, я думаю, нету. Никаких вариантов. А, в да чате... Ты самого сильного себе забабахал. А, это вы самого... Монтану? Монтану. А, я дал возможность человеку сначала выбрать. Я могу... Я когда выбирал, уже были выбраны у тебя. А, Монтана был выбран. Не, я его и не хотел, но, например... Бакс и Бэпс уже были забиты. Не, я только одну беру, да. Или одного зайца, или другого. Опа. Блин, сил нету. Тихо, тихо. По своим не надо. Вот я все считал, что вот эти Тинитун это Бакс Банни в детстве. Ну все персонажи те же самые, только маленькие. А это оказывается другая вселенная. Я сам так точно так в детстве думал, но... Ух ты, как красиво! А-а-а! Да фиг знает, может и задумка такая была, но... Да нет, все-таки они вроде встречались даже где-то в сериях. Бастер. Угу. Да, и зовут их по-разному. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, навесиком, в уголочек, опа! Кстати, была, вспомнил тут, была же... Какая-то линейка, типа там уже редец, ты, конечно. Редец! Мне больше нравился, чем основная. В чатике народ, а кто сколько играл в игрушки? В игрушку эту? Да, в смысле, ты про мультфильм, Никита? Да, 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 там уже редец, который. Да блин, он интереснее был, чем этот. Мычилово постоянное.
Тихо. Главное, ну погоди, запретили, а Мочилова это оставили. Так это пародию, так сказать. Направление мяча. Пародию. Пародию запретили, а хорошо. Я бы даже клонов запрещал. Ну а что, не так что ли? Тогда заранее предупреждать, я как бы уровень сложности буду понижать. Просто я вижу, человек хорошо играет в эту игру. И немножко улучшаю уровень сложности. Вон Авалон играл когда-то на железной сети. Я извиняюсь, что всех перебиваю, но... Не, я тоже играл в нее. Я буквально недавно только с динамиком вот вспомнил. Просто, чтобы пройти стори-мод, приходилось очень хорошо задрачивать в этот футбол. Ну, ты, видимо, так и сделал. Но это было чуть, это, около 13 лет назад, даже если не больше. Чё тебе надо? Нет у меня еды. Чё детей-то бьёшь? Это кошак. Жрать просит. Не видит у меня матч. Спасибо. А я вот карты смотрел этого уровня игры, там есть какие-то вот осень, зима. Да, 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 это... Или это только в сторону? Нет, а это можно выбирать. Жду еще игрока. А кто сейчас должен, да, кстати? Следующий, а, Ромка должен идти. Иди сюда, покормитель. Ромка следующий должен идти. Хоть посмотрю, как у тебя это тут присоединение работает. А то я вроде нажимал присоединиться до тех пор, пока кто-то не вышел. Котика пусти поиграть. Так. Так, если онлайн идет спать. Так, тут, видимо. Подожди, а кто подсоединился? Талзира. Ромка должен был. С рибкой пинг всего. 10. Да, даже до нуля. А Ромка вообще-то, да, это самое. Ромка там должен был быть по очереди, ребят, ну. Это Джокер THX. Джокер. Джокер, ну блин, ну, у нас же очередь. Ромка по очереди идет. Ты у нас по очереди получишь. Идешь следующим после Ромки. Ромку потом пропустили, Ромка, да? Тут вообще. Ромка тут, он вон в чате отписывает. Давайте его добавим. Не сам, конечно, не против. А как его? Мы так по чуть-чуть всю конфу соберем из всех стримеров. Про Алона забыли. Не, как поставил, если бы ты статус имел. Не, ники прямо в Netplay можно записать. Да, лучше пишите, какой есть. Один к одному. Чай. Ромку добавили. Привет, Рома. Ромка тут? Рома тут? Роман. А, трубку повесил. А, вот сейчас сидит. Привет, да. Рома. Привет. Давай. Сколько там народу-то набрал? Нет, 4 всего. Есть чат конфу. Не повесится. Скайп повесится. Алло. Это Ром. Здорово. Давай, привет. Коннектим. На весь чат деньги нужны. Там вроде заплатно это все делается. Как и видео тоже. Да, групповое. Группой там тоже надо деньги платить. У нас пацан заплатил, самый богатый из нашей группы, и один раз всего посидели, и все. Не, просто скайп... Во! Ого! Ну попробуем, по-моему, играли с таким пином. Давай. Во. Не, на чего будет? А где Фростка? Я типа ее поклонник. Ну, не знаю, вот она вот, не знаю, если она хочет добавиться, то мы ее как-то выбирай добавим. Монтану. Как-то было же в чате-то. Она, наверное, забыла уже. Не знаю. Все, выбрал. А нет, давай к нам в конфу. Если, конечно, желание есть. Ладно, не буду читерить, возьму двух зайцев и утку. Бери самых слабых. Так, тогда я всех посбрасывал. Самые слабые. Вот это у нее нелепейший суперудар.
Заяц, по-моему, нет? Зайцы, они скоростные, они мощно забивают. Вот с этим сложно суперудар вообще. Ну, всех киндеров возьму. На ворота тогда. Одних карапузов. Вот, видишь, стадион, вестерн, там ветром бочки носит. Ну-ка, давай какие-нибудь другие. Просто это будет сложнее для игроков, они будут спотыкаться. О, ну, там преграды ну, всякие. Зато будет интереснее. Интереснее тогда Monty Platform, Playroom. Потому что там забиваешь гол, и с помощью рулетки тебе начисляют очки. То есть ты можешь забить гол, но не засчитают. Или забить гол, тебе тогда два гола засчитают. Ну вот. Но это будет несправедливо. Ром, как ты? Не все равно. И вот эти паровозики... Это не Койот, это не Вилли. Это у него как-то по-другому звали. О, поезда какие-то. А поезда можно споткнуться приличненько. А как вот машину, например, у Монтаны разбивают? Это любой суперудар можно разбить? А его можно перебить, поймать. Блин, вот эта машинка достает. Блин, зато уровень прикольный. Ах ты, отворот. А я не лагал. Тихо, тихо, тихо. Дубль два. Подальше. А, споткнулся. А вратарь спотыкается, интересно. Да, он тоже может. А паровоз. Блин, где он? Хоть самому себе навешивай. Вот хотя бы с углового сейчас попробуем. Нет. Неплохо. Ох, как хорошо. Куда все подевались? Кто? Из чата. Ой, из чата и из скайпа. Все что-то замолчали как-то. Вместе. Не знаю, на самом деле. Я вот еще не знаю, что сказать по этому поводу. Тему какую-нибудь. Зажги. Вон суперудар отбивает. Вот, забил один гол, засчитали два. Как это? Рулетка. А, тут. Да что ж? Даже три есть. Есть три, есть ноль, по-моему. Представь, если в рулетке постоянно ноль будет, это... Да ё-моё! То есть каждый гол — рулетка? Да. Ну, я уже точно знаю, что следующий будет не два. Тихо. В играх такое часто сделано. Ах ты! Кстати, суперударом можно гасить игроков. Да ё-моё! Если б только они подольше тут валялись. А мы помним в хоккей и на Дэнди как-то удряли всех персонажей вынести. Кроме вратаря. Ах ты, блин! Даже свинг какой коварный. Хоккей-то такой, где биться можно, спарринги устраивать. Не знаю, как он называется насчет хоккей. Называется Electronic Arts хоккей. Наверное, вот. Вот. Как-то там Ром, всех, кроме вратаря. Рома, после навеса кнопкой Б сальто делать. Вот это я сам узнал тоже случайно. Потому что пытался А ударить, и он пытается ударить. А именно в навесе. Опа, 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 тихо, 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 тихо. Так не делается. Сюда бы супер удары такие, чтобы центра поля там пробило, всех убивало там. Блин. Тихо. И сетку разрывало. Это слишком получается. Не, а, нет, есть, есть, можно забить. Выбрать тех игроков, у которых мячи летят прямо, а не вверх.
Вот если тазом запустить с середины, то он улетит чуть... Во! Во! Респект. Теперь нужно свинью гробить, потому что она то же самое. То же самое, да. С углового тоже буквой Б. Сальтуха. Кстати, вот никто не задумывался, почему все как будто бы сговорились и все назвали Тайнитун Тинитуну. Потому что Тинитун. Ну, потому что Тайни. А я французский учил, у нас И было. Это И было, поэтому я вот так же пока что. Не, ну, просто не все же французские. Неплохо, неплохо. Детство, стабильно. Да, главное стабильно, потому что под конец первого тайма обычно там чуть ли не перевес 10 очков. А тут держится 1-0, можно сказать. Ну да, 1-0, а не 2-0. Так, а еще вот это за машины-то появляются, я не понимаю. Особенности поля, да. Нет, это особенности поля. Тихо, разрешите. Нет, вот ты когда там... То на машине, то там на наковальне. Это суперудар. Я думал, у каждого свой вид транспорта. Вот это, блин. На нем нереально. Воу. Вырубает все конкретно. Тихо. Где мои? Все. Быстрее, не продержусь. Оп! Отлично. Тихо. Ну, для разнообразия, наверное, можно какой-нибудь уже баскетбол замутить. Что тут еще есть? Фигня. Ах, ты промазал. Еще равесик. Так в Тинитуне есть баскетбол. Да, есть. Давай. Да, баскетбол гораздо легче. Там чисто идет на набивание очков. Там даже стратегии, вот как в футболе. Блин, пуленепробиваемый у тебя спунс на воротах. Вообще нереально забить. Да, будем знать. Давай в уголок другой. Во, в этот уголок можно. Фух. Так, и что у нас? Так. Один. Ну, ворота непробиваемые. Человечек говорит тут в чатике, мол, Мьюзант Лигу Хоки. Короче, мутанты, да. Хоккейная лига лучше, там друг друга бить можно. Ну так да. Тогда можно. Вообще, конечно, забойно получается. Все играют в хоккей не ради хоккея, а из-за того, чтобы набить друг другу рожи. Мы сами на PlayStation 2, у нас тогда бокса не было, мы играли в хоккей не из-за того, чтобы просто поиграть, а чтобы тупо подраться в нем и все. Тогда. Да блин, нелепейший суперудар у него. Ром, ты куда это, мячик-то? А это кто на наковальне-то? Это кто? Да это я катаюсь, ну. Ром, ты куда мяч, честно говоря? И как это? Я сам не понял. Так, это что за зверь-то, который выбивает с угла? Это типа койот Вилли, но только пародия на койот. Что ты? Да и не ту, не вообще, ну действительно же, правильно подметим. Подмечено было, типа, Бакс Банни, тот же самый Форки Смит. Привет, Вилли. Блин, уже руки похолодели, то вспотели, то похолодели. Не понял? Бакс Банни я только в кино видел. Это что было? А потом сидит, он получил. Не слишком читали. У меня ноль. Моих игроков линчуют. Недоволен своей игрой. Давай. Мелкий, бери мяч. Да кот, да. Мелкий, пошел, работаем. Непредвиденные обстоятельства.
Да, я глупая. Всем по заду задала. Мелкий, взял! Удар! Он будет у меня мелким. Пас кошаку. Пас кошаку и в уголок нижний. Просто ты без Монтана играешь, поэтому. А, поэтому нет-то такого-то. Да, шкала это сама сливаешь. Пополняется. Постепенно. Ух ты! Да что ж ты делаешь-то? Отлетел мяч. Да, шкала восстанавливается. Он правильно пишет то, что ну! Если б не эти паровозы. Мочти. У этого рот отвис. Это что такое? Конец игры. Да, 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 проиграли. Три игрока радуются, три игрока грустят. Неплохо. Неплохо. Ручки дрожат. Ручки, ручки. Так. Ну, пас. Иск. Так, Джокер, получается. Получается, ну, что Джокер, да. А он, кстати, у Кампо выиграл 6-3. Так, опять ну, Талзера. Что? Это Джокер. Ну да, Джокер, да. Пинг нулевой, шикарно. А тут Лолон еще не хотел. Да, Лолон, ну, потом Джон, Сентябрь, который, если он, конечно, тут. Вот, если Джона нет, значит Лолон будет. Так, набирай команду. Ну, классика, двух зайцев и Монтану, и все, у тебя игра сделана. Вот, Джон тут, поэтому после Джокера идет Джон, и потом Лолон. Ой, фи-фи. Где только на ворота. Ладненько. А, ну давай я тогда предыдущую команду лохов. Неплохо. И... Нет, у меня свинг. Блин, опять ресетнул. Не, а тут же по погоде, тогда это же ничего не влияет, погода. Не, это смотря в каком там раунде. Зима, весна, осень. Там вроде только ветер уже будет, не? Выбираем тогда лесное. Рандомайном так. Вон сучки, самые яркие кустики, об них обычно спотыкаешься. Низкие кочки не задевают, а верхние сучки, они зеленого цвета. Тихо, 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 тихо. Козырненько, козырненько. Заберите мяч. Спасибо. Прессуют конкретно. Ну, играть умеет. Да, 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 да. Он сразу суперами вырубает вратаря. А вот тут надо подкат делать тому, кто навешивает. Позвольте, позвольте, позвольте. Стоп, 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 стоп. Вот, за это и не люблю его. Вверх улетает. Перец, перец берем. Блин, споткнулся. Забираемся. Тихо, 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 тихо. Тихо. Где мои, где мои, где мои? Идиота. Слушай, пока 0-0. Правильно, минус один. А, помогите. Силушки нету. Большая девочка. Так, я из конфы на секунду. Угу. А, нет. Пока нет. Ну сейчас сеть. Вынет человек.
Давай. Начало положено, счет открыт. Но мне кажется, сейчас будет... А, особенности раунда. Споткнулся. Ниндзя такой, ниндзя. Да кто там вырубает всех? Этот койот вообще зверь. Ну и где мой... А, это мелкий, который ушастый. Да, да, с красным носом. Дед Мазай, блин. Ну... Они тут так-то, по идее, все звери, но этот самый зверь. Воу-воу-воу-воу, полегче. Так, если сейчас навесик будет, это будет нехорошо. Отлично, сняли, чтобы не было навесика. Боже, включайте самбо. Дежанейро, после каждого гола. Что это? Все, понял. Нет! Все тут не найти. Я здесь, я сейчас. Угу. Ну, слушай, он уже ему дает. Прикурить. А что, скайп не работает? Нет. Да ладно. Ты... Я уже подъезжаю к бетонке зонка. Правда, это играли еще все, что в чате, а так тут еще 39 человек. Да? Алло. Да, хорошо, кошечка. Боковую расходится. Сейчас. Сейчас. Да, иду. Ну, где-то 40 было. Подожди. Ну, давай. Ну, я не знаю, кошек. Как скажешь, кошек. Еще раз, что? Как скажешь, ну давай. Сейчас я поищу. Да не, вряд ли, в час ночи, нет. Давай, я им позвоню. Давай. Все, звоню сейчас. Так, слушайте. Да... Ёшки-монашки, что делает со мной? Вот она, самбо де Жанейро. Что вы делаете? Да. После гола, подождите, дайте я забью сначала. Подождите, где мои ворота? Я уже заблудился. Люди, помогите, где мои ворота? Кто-нибудь? Сбоку, очевидно, сбоку они. А, Никитос! А, все, свин мой, все, понял. Так, уже 2-0, 2-1. 2-1, он один вытащил из меня. Ах ты! Воруют. Разворовывают просто. Ох ты, как козырно споткнулся. А я вот эту птицу, которая мяч-то все время доставляет, я его называл Гагу. Потому что он на денде в конце так... Не знаю почему. Когда уровень-то проходишь, он так... Да, я помню. Помню. Алло. Каем, спишь? Да. А можешь Ташку встретить? Она мне запретила, блин, идти, это самое. То ли Зазу его, то ли как-то. Чего? Таньку встретить можешь у шлагбаума? Ну хотя бы там ближе подойти. Смотрел эту мультик, но не помню. Все равно. Почему ты запретил? Я не знаю. Ну когда она будет?
А, ну она уже подъезжает. Ну просто даже посветить фонариком хотя бы, посмотреть. Хорошо, подойдешь? Да, спасибо. Я, кстати, потерял. Блин, одной рукой играю. Происходящего. Одной рукой. И вот... А что у тебя с рукой-то? Да второй по телефону приходилось болтать. Я только стрелками убираю мяч, и иногда коленкой умудряюсь это самое на кнопку нажать. Но, блин, что за врата... ворота низкие какие-то. Стоять! Стоять! Нелепейшая отговорка, так что ты проигрываешь. Вы проигрываете в этом раунде. Вот как я сделал. Ну, так сказал. Ну а чё, я проигрываю, потому что по телефону болтал, это как-то не круто. Так, ну всё. Бухнём, не бухнём. Так, а в чью пользу сейчас? 3-2. Ну не в твою. Да ладно. Стоп! Это что такое? Что это было? Вот. Фейспалм. Быстрее. Петя кривой, что? Я бы не понял. Какой Петя-то? Ну. А, ты петух. Да. Петя. Петух Петя. Наш русский Петька из анекдота. Петька. Тихо. Это мой вас ключки, да? Я один бы дать. Блин, а мог. Встал, петух, встал. Все, Петька, дед, давай. Давай ведет. Петька, давай. Да ёшки монашки. Ага. Вот один человек в игре. Ну что сказать? Победа. Но неплохо. Молодец. Причем реально так на уровне. Я даже... Человек не может угомониться и требует Splatter House 3. Так, вот next кто... one. Следующий у нас по списку. Сейчас был Джокер, следующий Джон. Джон Сентябрь. Ух ты, с хорошеньким таким сочненьким пингом. Пухленьким. Так можно под скейтбол перейдешь. Не, если со Сентябрь желает самое... Можно... Выше практика. Баскетбол? Ага. Серега, курсор убери. Ага. Серега, мышь убери, курсор мыши убери. Так, ну да, все равно ничего. Ну что, баскетбол или футбол? Футбол. Не-не-не. Вон Сентябрь. Футбол. Футбол. Судя по замечанию... Практика есть у человека. Можно Бэтмена и Робина пройти на двоих. Да, кстати, их же-то есть. Я его как-то без жизни проходил даже. Двух зайцев и Монтану, и все, игра сделана. Make my day. Make my day, получается. Блин, кто моих нубов убрал? Чуваки, лето на улице, давайте вживую соберемся, у меня мячик есть. А у меня пишет... площадочка. Да, давайте Dandy Forever Fest. Если бы не разбросаны все участники были бы. Немножко поразительно. А что, на аниме-фесты ездим, а можно и так.
сюда приехал. А классику или другие поля? Давай другие, вестерн тогда. Главное, Москву или Питер устроить. Вот, ну, центр России, поближе. Центр России, Москва, Питер, как у вас получается. Ну, Питер лучше, конечно, ко мне ближе. Давайте в Краснодар. У нас тут тепло и море рядом. Питер! Блин, молодец, молодец, Джокер это самое. Так. Ну вот. Человеку понравилось. Ну, хоть что-то. По крайней мере, у нас бильярд был довольно-таки провальный. Который 3,5 человека. Тихо. Берем мяч. Рубите петушка, Петю. Петя, дай мячик, пожалуйста. Ух ты, красава! Петушок беги. Ты смотри, что вытворяет, а? Подожди, а Колька разве в Москве? Ну, он там рядом, не так выражаться. Город Истра. А, под Красногорском, да-да-да, за Красногорском. Тоже козырно устроился. Кулхерн в Москве. Да? Ох ты, а хорош. Киноман расстроил. Но это уже не рядышком, да, я так понимаю? Полторы тысячи километров, грубо говоря. Ну да. Это он к нему столько времени тратит, чтобы приехать. Да. Ух ты. Не, ну... Или они там живут, у киномана. Я не знаю. Насчет живут... А игроков-то нету. У тебя всех игроков передавило. Да не, на самом деле, это Колян киноман ездил еще хрен знает когда. Не, вот недавно же видео вышло на кухне. А, ну. Ну, вчера. Нет, дело в том, что от снятия видео до монтажа и конечного показа проходит очень много времени. Один монтаж. Что проходит? Скорее всего, май где-то или апрель. А! Темно было дома, скорее всего, была ночью. Значит, это ночи темные, значит, ближе еще, ну, не лето было. Понятно, что где-то. Тихо. Где мои? Вызываю на помощь. Отличненько. В уголок. Ну! У меня тут мама игрушки старые нашла. Тут хотел жару черепаху показать. Такая в каске, в общем. Она на мотоцикле была, но мотоцикл куда-то пропал. Но так она больше на боксера без него похожа. Блин. Донателло, так сказать. Китайский игроком такой, игроком. Так, все такие, ну, мне очень интересно, выпуски говорит человек. Ну, фиг знает. А вот я киноману написал про сеговский выпуск, какой истории, он даже гад не ответил. Обычно отвечал, а тут даже... Да у него, наверное, личка забита. Да хрен знает, что он такое. Не, я ему в Васе писал. А. Ясно. Ну, я говорю, что ему 24, а 25 по марту по киноман. Окей. Танечка. Окей. Как я сыграл? Каемыч. Мягко говорю. Блин, Джокер. Нормально все. Гол засчитали, не засчитали гол. Да, вот люди только-только позвонили, это самое. Что? Кто такие? Это так. Кто, Фроска? Мы, нет. да, это или самое. Это не знаю, а, человек, между... А? Свои не тёрки. Знаю, кто это был, не знаю. А это самое, стримеры. Ну, человек микрофон вроде. Ладно, засчитали. Да ладно тебе, Джокер, господи, да. Играем же. Блин, гол-то не засчитали. Активное окно. Да ё-моё! Видео киномана было скучное, если честно. Но интересно было только из-за их комментариев, как вот о прохождении игры самой. Там Кослевания вторая была, если кто не знает.
Так, тихо. Там... Она сама по себе скучная вообще. Она однообразная. Да, конечно, там вот интересно было только то, что он. Ну, они рассказывали про секреты, про все, куда идти, в какой город. Вот только вот это интересно было. А сама игра не. Мяч, стоять! Молодец. Любителя, но, как я повторюсь, Трай Кослование все-таки это в 87-м году это что-то вроде Скайрима было на Денде. Я как-то увидел ее на Денде, но мне вот сама атмосфера нравится. Вот эти дома с людьми, которые ходят. Мрачность. А вот то, что она неиграбельна была, это как-то вообще... Нет, на самом деле она играбельна была, давай начнем с этого. То, что вот перевод, который там был, вот это да. А там вообще не было перевода. Там перевод омерзительный, давай начнем с этого. А игрушка японская или американская? Конечно, японская, Канами же. А. Она в Японии изначально на FDS вышла, вот, и там кучу чего не присутствовало. Не, у нас-то на английском была, но я ее как-то включил и выключил. Мне вот эти города нравились больше всего, остальное как-то я не разобрался и все. Ген, на самом деле она у нас не только на английском. Ах ты! Да я про Дэнди, про 80-е, про 90-е. Ну, а я тебе что? Я думал, ты про эмулятор. Нет, ты что? Но я тебе говорю, она на картриджах у нас на Дэндике на японском была. Нет! Стой! Ребята, как Viral Wind Manum, они сделали конвертацию с FDS. Так. Вот и все. Они, кстати, очень много конвертаций делали с FDS. И вообще, лучше бы ты посмотрел мои стримы по кастлам, я там рассказываю эту всю историю. Не лепь! Ой, я, наверное, второй раз не выдержу. Я сегодня смотрел киномановское видео. Ой, я целых два вел. Ты два раза ее проходил, что ли? Ну да, первый раз на эмуляторе, это был мой первый фильм. И потом, когда я уже купил карту, тогда я второй раз отпринял ее. Порезать, естественно, прохождение, потому что киномана-то по гайду. Там, ну, я, естественно, то, что... Этот киноман ты не проходил, Кассу вторую, Коля проходил. Ну, по гайду они проходили, взятого. Да, они проходили по гайду, взятого с Кассу в Дракулу. Вот. Я, в принципе, тоже свой гайд на стрипсе сказал на лучшую концовку поэтому, но на втором прохождении я его знатно порезал, не так поражаться. Потому что. А есть проще много... скачать карту целого мира и все. Нифига не проще. Не, ну там надо, тебе надо именно соблюсти порядок. Ух ты! Нет, ну если ты знаешь, куда идти, то карта тебе в помощь только. Да. Но если ты знаешь, что брать где. У меня 7 страничек, и у меня написано просто: иди влево, иди вправо, иди вверх, иди вниз, стукни по стенке. Нет, это не интересно. Да, это маленькое. Ну таких страничек 7,5 на 7,5, грубо говоря, сантиметров. Матч окончен. Что это было? Фух. Да. Матч окончен, народ. Так, народ, если кто хочет поболтать или поиграть со мной, можете добавить скайп, если хотите джокер. Ну, и не помню. Миха. Мне просто скайп забить, я ты, кстати, не видел мое прохождение по Iron Tank'у в тетрадке. Так, это вообще жизнь. Спасибо, это Джон. Неплохо, кстати, так это самое. Джон, Алалон, ждем тебя, да. Вообще, мясисто. Так, это, тут чатики просто немножко это, бомбо. Сейчас, секундочку. Так Алалон в баскет будет или... Давай баскетбол. Киномана заставляет... Так, ну, киномат заставляет ведутся уже на поток ставить, и это печально. Уже такой конвейер получается, душевность уходит. Давай, коннектись. Кейковер, его на самом деле не заставляет. Он пишет баскет. Вот его никто не заставляет, киноман как бы все сам делает. И... А он просто так уже здесь себя возомнил, что его теперь фанаты требуют, и он не может отказать. Если он откажет, это уже долго не будет выпускать, он видно же, что уставший уже
желание пропало, только делают на публику, то есть не для себя. Ну, в тираж, типа сериала. Понятно, ну ладно, тебе надо. Поэтому качество ухудшается. Так, в баскет гораздо проще, суперудары остаются, только с пасами проще. Ну и вратаря обманывать не надо. Сейчас самых лузеров выберу. Так, отличненько. Так. После матча с ним кто-то заслужит, чем на другие. Наверное, это. Брокер спрашивает, что после футбола. Ну, да, 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 да. А что после этого, я не знаю. Это вы, ребята, уже как хотите решать, но мне на самом деле уже бы двинуться бы спать, потому что вставайте не в 6 утра. Да. Тупая это. Койотина. Тихо-тихо-тихо. Оп. Что там считаешь? 6. Сейчас. 57, 70, 4, 4, 4, 64, 65, 66. Ах ты хорош! Ах ты хорош! 4. 1-1. Кольцом. Бросом. Возвращаясь к теме по Iron Town. Бросай еще раз. Вот. Отлично. И по моему прохождению в тетрадке у меня тут 80 кодов записано. И к каждому коду описание, что там присутствует. Например, там код 333, 54, 24. Мосты 1, деревянные мосты, подводные лодки. И какие оружия там? В и Е. И вот так к каждому коду. Делать тебе нечего было, однозначно. Да, и ну? На каждом коде тут сообщение, что люди говорят. Воу-воу, аккуратно! Кстати, вот это, мне интересно... Да, вещь. Metal Gear был на Денди. Да не-не-не, ну, мне интересно другая вещь, то что... Не понял? Мне Фома сказал, то что я пошел по сложному маршруту. Есть такое, но я не помню, по какому ты ходил. Ты, я не знаю, я просто шел вперед. Ты, по-моему, по легкому пошел. Вот ах, я это не знаю, я же говорил, что я там прошел третью игру и все, и дальше не двигался. Ушел, где вот были эти там мосты всякие, эти, как их, электрошоки, это там без боссов просто путь. Боссов меньше на нем. Не. Так, первые... Четверть финала закончила. Вторая четверть финала. Счет 10-4. А, ну тут баскетбол, кстати, я не заметил. Гена, специально для тебя. Я вкидываю ссылочку в чатик. Ненавижу. Зайди-ка. Зайду-ка. Зайди-ка. Я один на поле, один на поле. Давай быстрее. А ты кинул, что ли, уже? Угу. Чатик. А чатик. Чатик. Ах ты, ах ты. Все равно не вижу. Там последнее про героев. Тихо. Попробую обновить сейчас. Да ладно, давай, открытки. А я уже обновил, так что надо заново присылать. Ах ты, нет. Да проще в скайп покинул, да и все. Да? Нет, не проще. Ну, ладно, не скайп. Это вирус. А то, что тут? Чё там? Да это я так скидываю для танков, там, забей. Для великого танка. Ты стримил Metal Gear для Dendy. Ну, да-то так, кстати, стримил я Metal Gear. Так, и что тут такое? Ну... Все прелесть. Все прелести генерации. Да. Алалон, давай соберись. Больше пасов. Так. Вот. Хотя вот герой чай магии у нас, по-моему, так никто и не играл. Ну, в стриме, по крайней мере. О, это стрим надолго. Да. Если еще карта огромная. Ах, на последних секундах было красиво. Это там типа генератор паролей или что? Да, генератор паролей, выбираешь чекпоинт какой-то. А в том-то и дело, что есть
три пути, а ты можешь выбрать такой, что он как бы тебя в начало уровня, только там по другому маршруту перекинет. Пароли бесполезны, если честно. Интересно. Так. Не, Санчес, вот делать ничего, было как генератор писать, так, какие-то такую толстую дурынду. А-а-а, нет, вот. Гол. Ну, толку от него нету, вот в отличие от моих паролей, где уже описано все, что тебя ждет, какой босс, какой враг. Авалон, советую использовать бросок пас, когда он подпрыгивает, нажимать после этого пас, и он будет в прыжке передавать пас. А, ну, не так же. Как насчет Бэтмена и Робина после? После? Блин, я не знаю. Я бы с удовольствием. Я вообще не хрена выиграю. Хотя я... А как там Сергей? Пришел? Нет. Пропал куда-то. Не, наверное, опять... Так, какой самый крутой РПГ вы играли на 8-16-битных приставках? А я вообще в РПГ не играл. Так. Что происходит? Я на секунду. А тут у тебя спрашивали про Бэтмена и Робина, как ты к нему относишься? Играл, правда, интерпретация немножко другая была, по-моему. А, нет, это Pockets in my... Да. Monster in my pockets. А Бэтмен и Робин, по-моему, забавная вещь. И во всех... Это имеется в виду. То мрачное существо там, где нужно наверх, это там, где АВГН извращался над ним. Нет, чего это? Или это... Приключения Бэтмена и Робина, вот так. Там, где музыка офигенная. А, по-моему, было дело. Там Run and Gun, короче, игрушка, просто стреляем батарангой. Контра, да. Контра! Так, последний четвертьфинал. О, слушай. Да, Batman Returns. Отдайте мяч, молодой человек. Зря вы мне сейчас про ВГН напомнили. Я знаю, что я на ночь буду смотреть от своей реплойдовской озвучки. Уж больно люблю я его озвучки. ВГН про Бэтмена. Часто. Ух ты как бросил. Стоп. А я смотрел только, мне нравится псих. Ну да, он, кстати, тоже вполне годный, но... Ну, видимо, того первого посмотрел, тот нравится. О, у нас салюты на день города, а я дома сижу. А-а-а! Правда, не видно. Я башкой задел. В час ночи? Блин, пропустил салют. Так да, у нас тут до часу ночи... все мероприятия. Бананас. В 10 часов вечера. У нас без 15. Ах, красавец. На! Обижает маленького койота. Какой-то фиговый салют, мало как-то. Фу. Разница в 10 очков – это критично. За последнюю минуту можно спокойно обогнать. Вот интересно, как она из-под себя могла мячик в кольцо забросить? Бросок! Все. Ну что, Алалон? Это как тебе передать словами? Спасибище. Нормально. 34. Алалон. Фу. Один раз тебя все-таки обыграли. Не было такого. Да как не было? Это 3-2. 3-2 в мою. 3-2 в мою. Это с Джокером играли? Нет, по-моему, 3-1 или 3-2, что-то такое. 3-2, да, 3-2. Когда ты там
уходил, когда одной рукой играл. Да, но я тогда вел. Блин, Джокер, подтверди. А, вот, в чате. Да, я его проиграл. Так, благодаря Вегене я прочитал странную историю доктора Джекила и мистера Хайда. Кстати, да, я его тоже прочитал, когда посмотрел. Так, я так понимаю, реваншев никто не хотит.